Футболка, как у Бузовой? Легко! Всем привет, меня зовут Олег, и сегодня я покажу, как сделать футболку, которую купили более 4000 раз на Wildberries и которая принесла почти 9 миллионов рублей. Забирайте пошаговую инструкцию, как создать простой и популярный продукт. Итак, нам понадобится термопресс, режущий плоттер, футболки и, конечно же, пленка. Мы знаем, что на футболках Бузовой использовалась пленка с блестками глиттер. У нас она представлена в нескольких вариантах. Мы же решили использовать пленку голограмм. На текстиле она смотрится не менее эффектно. И у пленок глиттер, и у пленок голограмм высокая адгезия. Или, простым языком, они намертво привариваются к ткани. Значит, можно не беспокоиться, что после множества стирок часть принта оторвется от футболки. Ссылку на все необходимое оставлю в описании к этому ролику. Подготовку начинаем с создания принта. Можно подобрать готовые шаблоны в открытых источниках или создать самостоятельно в CorelDRAW или Adobe Illustrator. Также можно воспользоваться Photoshop. Далее загружаем макет в SignMaster, обводим контур, по которому будем вырезать пленку, и подгоняем под нужный размер. Перед отправкой изображения в плоттер не забудьте его отзеркалить. Для нашей футболки мы выбрали пленку цвета Copper. Вставляем ее в плоттер, запускаем резку и ждем несколько минут. После убираем все лишнее с подложки и размещаем наш принт на нашей футболке. Я заранее уже очистил липким валиком от мелкого ворса и пыли. Чтобы принт был ровно по центру, советую использовать специальные линейки. Закрываем наш термопресс и ждем. Рекомендуемый режим для переноса пленок 20 секунд при 155 градусах по Цельсию. Даем немного остыть и убираем подложку. Вуаля! Футболка, как у Бузовой, готова! Итак, на ее создание мы потратили менее 200 рублей на пленку, 390 рублей на футболку и 15 минут времени. А готовое изделие на Wildberries стоит от 2000 рублей в зависимости от сезонности и акций. Это в 3 раза дороже. Вы точно так же сможете создавать стильные трендовые вещи как для себя, так и на продажу. Главное, не забывайте про авторское право. Если видео было полезным для вас, то ставьте лайк и пишите в комментариях, создание какого продукта разобрать в следующем ролике. Ну и, конечно, делитесь вашим опытом по созданию принтов из пленки Flex. Подписывайтесь на канал, впереди много обзоров и полезных роликов для всех, кому интересен сувенирный и товарный бизнес.